Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Денис Хагов, и магазин Transport Uses Sales Shop. И сегодня у нас вторая часть заключительный обзора на бегоды Hero HT версию. А, Наконец-то растаяло, довелось прокатиться на колесе немного, около 12 километров накатал, все равно холодно, мокро, скользко, трава вся, просто все плывет, поэтому выш, вышло прокатиться не так уж и много, но тем не менее этого более чем достаточно чтобы понять, о чем это колесо, так как, конечно же, стоило бы, опять же, повториться и отметить тот момент, что это колесо реально получается Bigode RS High Torque, а только с подвеской, да, и тяжелее на 9,5 кг. Первое, что хотелось бы сказать в своем обзоре, это именно то, что сразу же мне бросилось так в глаза, и по ощущениям это высота корпуса. Корпус очень высокий, и даже с моим ростом 1,85 м, упирается, верхняя часть корпуса упирается мне фактически в коленку, да, и, скажем так, на определенных поворотах, таких на небольшой скорости, да, когда хочется колесом так, ну, прооперировать, не повторяя угол наклона колеса, а только именно вот наклонить само колесо между ног, то это, конечно, сделать достаточно тяжело. Это я сразу заметил, потому что моментально упирается под коленку, и надо как-то ноги в раскорячку ставить, чтобы этим колесом между ног можно было оперировать. Вот, поэтому колесо здесь очень высокое, конечно, с одной стороны, это плюс то, что на одном колесе легче будет сидеть, но с другой стороны, да, для управления я это для себя отметил, этот момент, высоту корпуса. И также, конечно же, хотелось бы отметить именно ширину самого колеса, как ни странно, колесо с подвеской, но оно не такое широкое, да, и оно мне по ощущениям уже, чем даже тот же RS. И из-за этого, как бы, даже я бы сказал, бы, что оно вот что-то схоже, по тому, как на нем стоишь, это схоже с V11, или, или даже, наверное, я бы сказал бы с V10F, то есть, когда ты именно стоишь и у тебя ноги эти узко. Удобно это или нет дело привычки, я привык, когда у меня ноги стоят шире, я это объяснял не, не раз в своих других ревью а именно про то, что мне хорошо, когда на неровной поверхности, когда на глаз в поворот, когда мне ноги стоят шире, я себя чувствую намного увереннее с таким ростом, чем когда ноги стоят с таки солдатиком одна возле другой. Поэтому этот момент я тоже для себя сразу же отметил, то, что вот, говорю, ноги стоят узко, и именно высота корпуса, и на маленьких скоростях прям упирается это все, и корпус упирается в колено. Вот, по разгонности, по торможению, как я и сказал, это тот же RS High Torque, только единственное, что стоило бы отметить, из-за того, что это колесо с подвеской, и по отношению, то есть ну, ось колеса, да, центр колеса, ось колеса по отношению к педалям, то здесь у нас рычаг намного меньше, высота педали, получается, клиренс выше, а рычаг сам по себе меньше. Из-за этого получается, что, как я уже не раз объяснял, то что Нажимать приходится сильнее на разгон, на торможение. То есть оперировать этим колесом надо чуть-чуть сильнее, но прикладывать усилия только из-за того, что просто меньше рычаг колеса. Все остальное, как я говорил, вся динамика у него осталась от РС RS Здесь никаких в этом плане нареканий у меня нету. Самый главный момент это, конечно же, подвеска колеса. Да, я там много на этом колесе по ровным дорогам не катал. Сразу же старался найти какой-то такой старый, знаете советский асфальт, скажем так, времен еще 90-х годов, все эти неровности, все эти ухабы, и пытался понять, как эта подвеска все-таки работает. Да, как я был прав, конечно же, такого типа амортизатор без каких-либо дополнительных регулировок, да, он выполняет больше функцию такой пневмоподушки подкачки. И, конечно же, здесь опять же да, самый главный, наверное, момент, это то, что невозможно отрегулировать у этого колеса так называемый ребаунд. Это тот момент, когда амортизатор отскакивает обратно. И при тех настройках, что у меня было с моим весом, где-то я накачал 220-230 где-то PCI, то в таких настройках, да, когда вот я на него встал, колесо просело там на несколько сантиметров, не намного совсем, то есть оно как бы работало в том диапазоне, я понимаю, как, вот, ну, как оно должно работать. Но тем не менее, при таком, при таком давлении отскок колеса, этот rebound, он очень большой, да, и вот его никак замедлить нельзя. И это я, конечно же, сразу же отметил для себя. Ход подвески, да, как я уже тоже и говорил, это еще в предыдущем рею, когда я смотрел, когда я разбирал это колесо, то ход подвески действительно небольшой, да. И вот этот момент, когда ты как бы едешь, она работает, и, и тот момент, когда ты чуть сильнее, ну, на него, ну, где-то наехал, на какую-то яму, она пробивается моментально, и это заметно. То есть реально для такой полноценной скоростной езды на полном расслабоне, что вы просто стоите прямо и на нем наваливаете, так, конечно, с этим колесом не выходит оно в каком-то диапазоне работает, а дальше, то есть моментально, буквально плюс там 5-8 км в час, и вы просто уже это колесо пробиваете, и вам приходится отрабатывать также и ногами. Поэтому в этом плане важный момент, то что ну, не выходит никак расслабиться. Вот, и да, хотела поговорить именно вот о самой работе, как это вообще все происходит именно и с этим колесом, да и вообще я уже отчасти повторюсь, то, что я раньше в обзорах наблюдал, когда, особенно когда я делал обзоры этого с, S18 King Song, то есть что у нас вообще с этой подвеской получается, да. То есть, вот при таких вот условиях, как я эту подвеску накачал, там 220 PCI, я ее проверил, все она так подо мной как бы прогибается, ну, стоит все так, как должно быть, с небольшой просадкой, там в районе 30% от всего вот этого хода подвески. Э, то есть, по, вот реально я выехал кататься, что я вижу, да? Вижу я именно тот момент, что э, на определенной скорости, там, допустим, там 20-25 килограмм, может быть, до 30 килограмм, да, на небольших неровностях, на небольших ухабах, да, подвеска работает, и я чувствую, она работает достаточно мягко, да, по крайней мере в том колесе, что у меня есть, может это повлияло на то, что я его разбирал, пересобирал, я не знаю, точно не могу на это утверждать, но тем не менее я чувствую, что подвеска ходит, да, она работает достаточно мягко, но... Чтобы вы просто понимали, если я эту же скорость на той же самой дороге увеличиваю просто до 35-40 км в час, то уже хода подвески не хватает, понимаете. И она плюс, так как эта подвеска не прогрессивная, и хода ее не хватает, то я уже моментально прямо чувствую, как на половине ямах начинает колесо просто складываться до конца, до конца до подвески и бьет мне по коленям. То есть, я уже чувствую удары, удары, именно, ну, удары уже, когда подвеска полностью сложена и упирается в эти резиновые отбойники. И вот опять же такая история получается, что, то есть, что как бы, ну, на определенной скорости, на небольшой, да, она работает, да, я могу заехать даже на небольшие поребрики такие, 45 градусов углом, а, что тоже как бы... Говорю, едешь на скорость там 10 км в час, 15 максимум, да, вот он заезжает, я прям не чувствую, да, что-то что, ну, что-то случилось, хорошо, хорошо кушает. Ну, прям вот на той же скорости, ну, то есть на, на той же поребрик заезжая на скорость 25 км в час, и просто сразу же, сразу же она пробивается, то есть я сразу же получаю удар. Поэтому говорю, в этом плане такое двоякое ощущение, то есть как бы с одной стороны помогает, а с другой стороны получается, что вам нельзя расслабляться, или вы должны очень точно для себя знать возможности этого колеса, то есть что оно может, что оно не может. Возможно, да, если вы проедете там километров 200, 300 или 500 на этом колесе, вы уже просто с ним свыкнетесь и поймете, что это колесо может, что не может, тогда вы будете более точно для себя знать на инстинктивном уровне, то есть когда это колесо само отработает или когда вам придется помочь. Просто что говорю, опять же, да, тут могут быть на дороге всякие нежданчики, и вот главное, говорю, все-таки, да, с этой подвеской не расслабляться, потому что она не дает вам полной уверенности при езде на полной любой скорости, там, 20-40 км в час, да, чтобы вы знали, что она все ямы отработает. Нет, такого нету, и в этом плане, конечно, говорю, очень так тяжело с этим делом свыкаться, то есть... А, вот то, что я для себя отметил. А, также интересный момент именно тот, что, да, что вот она, говорю, вот я это тоже отмечал уже до этого и в V11 обзоре, и в S18 обзоре, и даже в том же EX, когда я его тестировал, я еще в EX сказал, что это не полноценная подвеска, а такой, скажем, подвеска-ассистент получается да, для моноколеса, на которой нельзя полностью положиться, но который какие-то неровности отрабатывает. Так вот, что хотелось бы здесь отметить, это именно то, что заезжает, оно также, да, заезжает на всякие поребрики, небольшие неровности, бордюры или какие-то и так далее, да, через ветки, заезжает оно хорошо. Но из-за того, что у него очень дикий и резкий ребаунд, то получается, что если у вас на дороге, опять же, про, ну, яма, да, то это колесо, то есть оно работает хуже, чем колесо без подвески, потому что колесо без подвески просто бы яму пролетело, понимаете. А колесо вот в таком варианте, с таким диким ребаундом, получается, что оно успевает отработать в эту яму, да, и получается, что уже на подлете, да, на подлете к краю, второму краю этой ямы, да, когда колесо должно уже выйти, да, получается, что у вас колесо в этой яме распрямляется, и вы получаете дополнительный удар такой, нагрузку на всю подвеску и так далее. Это я замечал неоднократно, то есть даже при прыжке, при прыжке с бордюра, то есть прям колесо прям отстреливает, я прям слышу, как я слетаю с бордюра, в этот момент слета с бордюра, слышу, как у меня прям, ну, это колесо в ногах, в воздухе уже отстреливает до конца, до самого, раскрывается. И потом, значит, получается, что на раскрытой подвеске уже ты прилетаешь уже, уже, ну, на, уже садишься, говорится, на асфальт, когда ты слетаешь с этого бордюра. Это, как говорю, как бы еще, когда ты слетаешь с бордюра, ничего, но оно тебе так немножко подпружинивает вверх, но, говорю, самое страшное, это вот именно, говорю, что я для себя отмечаю, это, это вот яма, да, когда ты вот летишь, да, и такой удар, просто удар, откуда-то слетаешь, там, из какого-то бордюрчика, где вот перед бордюрчиком еще бывает такой, знаете, небольшой такой, э, то есть ты слетаешь, грубо говоря, с бордюра, у которого есть еще такая неровность, типа трамплина, да, и вот получается, что реально тебе вверх это колесо катапультирует, да. Ну, вот этот момент тоже, говорю, стоило бы отметить, и все-таки, да, для тех, кто все-таки захочет это колесо, купить да я думаю что все-таки да встал бы вопрос очень ближ, бли, в ближайшем времени именно о замене амортизатора на какой-то хороший бренд э, с нормальными полными полноценными регулировками я думаю это бы действительно этому колесу очень очень помогло заключение мое заключение по поводу по поводу этого колеса Первый момент, да, что все-таки говорю, опять же, повтор, да, не, не, нет возможности полностью расслабиться, да, все равно приходится помогать этому колесу ногами, да, и говорю, что, опять же, да, ну, опыта у меня такого, ну, я катаюсь на V11, но на V11 я катаюсь достаточно медленно, как, ну, на работу, с работы, там, скоростью 20-30 км в час, и его подвеска вполне работает на таких скоростях, она не идеальная, но мне этой подвеской реально реально хватает. И я бы сказал бы даже, что на 11 там подвеска как бы по ощущениям, что у нее ход больше, чем именно, чем именно ход подвески Гиру. По крайней мере, это по моим ощущениям. Вот, поэтому говорю, помогать всегда ему приходится, и это дело уже, наверное, будет привычки. Из-за этой работающей подвески на скоростях там уже ближе к 50, там 45-52 км в час максимум, что я разгонялся на этом колесе во время теста. Заметил такой момент, что из-за тяжести колеса теряется немножко информативность дорога. То есть, когда это колесо начинает отрабатывать всякие мелкие неровности, да, ты эту информативность не имеешь, ты как бы так сильно не чувствуешь этого. Но если что-то происходит более серьезное на дороге, какая-то более серьезная яма, если ты еще, не дай бог, там летишь это все дело в повороте, проходишь, да, то вот эта подвеска, она, как бы говорю, она немножко сглаживает эту информативность, да, эту отдачу именно информации от дороги, да, и ты иногда, говорю, бывает, что прилетают такие нежданчики, что ты не понимаешь, то ли эта подвеска плохо сработала, то ли ты к яме не подготовился, но, в общем, здесь, говорю, в этом плане у меня есть действительно... К работе к работе этой подвески есть вопросы. Поэтому, говорю, информативности мне немножко не хватало. То есть, я бы тогда хотел бы, наверное, все-таки или не иметь подвески вообще, или иметь подвеску такую полноценную, которую бы я мог полностью отдаться да, на все 100%. И в заключительной части также я хотел бы поговорить именно о неудобстве ручки. А, и как вы видите, вот даже в этот момент я специально вырезал для вас, что когда ты это колесо поднимаешь, да, то есть, когда выстрел, то есть колесо вообще взять не за что, даже подхватить ни капельки, оно все округлое. И даже я хотел бы отметить, даже в том же S18, там, там хоть эта ручка тоже углублена, но там хоть какой-то есть такой паску, куда эту руку можно засунуть, чтобы эту ручку хоть как-то подхватить это колесо. То в Гиро оно полностью все округлое, и нет никакого кармана, за что хотя бы это колесо можно было просто придержать. В тот момент, когда тебе надо вот как-то его взять рукой то и отстрел, да, происходит от ручки только при нажатии этой кнопки. Нажимаешь кнопку, она улетает в среднее такое положение, положение переноса, и тогда отключается мотор-колесо. И в этот момент, вот, как вы видите на видео, то ну, хорошо, поставил я это колесо на бордюр, да, но вот дальше, как, как мне вот если у меня одна рука занята, вот в, в одной руке я держал камеру, вот как, как удобно оперировать этим колесом, что ты Должен... То есть, мотор-колесо не работает, контроллер его отключил, да, ты поставил это колесо, а если еще и плоскость, на которую ты поставил, на этой ступеньке неровная, то это колесо пытается завалиться, катиться, и в этот момент ты должен эту ручку засунуть, чтобы активировать вот именно вот этот вот режим уже езды, да. И это вот все-таки танцы, это неудобство такое. То есть, ну, реально, тоже хотелось бы отметить, что я сразу на это обратил внимание, что это, ну, ужасно неудобно. То есть, проще это колесо раскрученное быстренько подпихнуть, да, на бордюр и дальше поехать, чем вот вот, ну, заниматься вот такой фигней с этой ручкой, пытаться ее вставить, там, но ногой поджать это колесо, ну, то есть, это такое немножко, говорю, немножко такой получается геморрой. То, что я тоже отметил, говорю, сразу вот так. Я понимаю, что к этому всему можно привыкнуть, но тем не менее, да, это я для себя отметил. Финальные, совершенно финальные слова, да, для кого бы это колесо могло быть, да. Конечно, хотелось бы также сказать, что все-таки это колесо не для простого юзера, не для простого пользователя, да, для тех, кто не дружит с инструментом, не имеет инструмента и хочет просто кататься и наслаждаться, я думаю, все-таки нет, это колесо не для них. Это колесо, на мой взгляд, именно для таких вот энтузиастов, да, кто разбирается, да, в технике, кто разбирается во всех этих подвесках, кто знает, как это можно все Отрегулировать, настроить с этим, всем поковыряться. И кто любит этим заниматься, да, то, наверное, да, это колесо можно донастроить, поставить хороший амортизатор, там все отрегулировать, все смазать, там все допилить. И подвеска, конечно, станет работать лучше и будет вам в помощь, да. А для каких дорог это колесо? Для оффрода, Ну, я бы не сказал, бы, что это колесо для оффрода. потому что, опять же, ход подвески маленький, а вес 37 36 кг, он действительно а, очень огромный. То есть, я это колесо заносил домой, даже до лифта, до первого этажа, но тащить в этой ручке в одной, ну, 37,5 кг, это действительно очень тяжело, да. То есть, поэтому колесо не для офрода, подвески хода там столько не хватает, чтобы она это все поглощала. Вес у него большой. А батарейка у него маленькая, да, поэтому здесь, говорю, как бы не вариант, на мой взгляд. А вот если вы живете где-то в городе или в каком-то поселке, да, или в небольшом городе, где у вас нет хорошей инфраструктуры с велодорожками, с дорогами, а вот именно у вас постоянно такой рыхлый неровный асфальт, рыхлый неровный тротуар, то это колесо могло бы да, стать именно такой вот замены да, простому колесу без подвески тому же РС, если вам приходится вот на РС постоянно эти ну, ноги согнутый, постоянно вот на нем трястись, да, с поребрика на поребрик, да, и по всем этим разбитым плиткам, то в этом плане, да, РС был бы, наверное, был бы тут хороший заменой, еще плюс говорю, не РС, извиняюсь, а Гиро, был бы хорошей заменой, и действительно, говорю, помогло бы вам вот именно преодолевать такие расстояния небольшие, там 40-50 километров за один раз, там, ну, за одну покатушку, на небольших скоростях, но зато с, с достаточной мощностью мотора, и также, говорю, с подвеской. Вот, вот это мое личное мнение. Но говорю, те, кто рассчитывает это колесо видеть как оффроуд, какую-то замену тому же RS, или кто рассчитывает это колесо видеть как супербыстрое колесо, на скор гонять на скорости 70 км в час, то я бы точно бы это колесо именно в таком ключе не рекомендовал. Вот такие мои замечания по поводу Begode Hero делать выводы вам самим. Посмотрите, кто не смотрел первый мой обзор про это колесо. Мнение, впечатление и разборка. А дальше уже делайте ваши выводы, принимайте решения. Также, если вам контент понравился, ставьте лайк, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и ждем, ждем новых видео, новых колес на рынке. Всем большое спасибо, ребята. Всем пока-пока.